На сегодняшний день везде по тем объектам, которые 19-20 года юридические работы ведется, везде направлены претензии. К сожалению, субъекты, которые это выполняли, все попрятались. Для меня это та связь, что если ко мне не выходит навстречу, значит, мы встретимся в суде. Но иски уже есть в суде? Пока время претензий и до подачи в суд, они в нормативах там определенных. Исков в суд еще не подано.